I'm alive. Всем доброе утро. Желаю вам успешных новогодних кайфушек, посидеть дома, поваляться, покайфовать, чтобы у вас была такая возможность. Вот Сайд мечтает покайфовать, но вот эти вот малыши ему не дают. Мы только собираемся доедать салаты. Сейчас 2 часа дня. Вот у нас остался морковный салатик. Мама делала. Это у нас винегрет, моя шуба и оливьешка. Оливьешка. Ням-ням. А еще я прям хочу суп. Я себе суп разогреваю. Мой чечевичный. И думаю, может, Вовка поест. Делаю с Аней сухари с обычным хлебом. Решила его сегодня побаловать. У нас такая необычная история с блендером. Представляете, вот этот блендер у нас сломался. Ну, вот этот пульт, скорее всего, перестал работать. Глючить стал. Мы его отдали в ремонт. Продержали его неделю. Сказали, что починить не могут. У них нет инструментов, запчастей. Тут Саня решил в другое агентство обратиться. Они его попросили записать видео. Значит, вот он блендер. Вот этот дисплей управления, получается, срабатывает через раз. Вот смотрите. Опа. Что это такое? Не понял. Ух ты. Смотри, работает. Что именно не работает? Он стал записывать, а там все работает. Это вообще мистика какая-то. В общем, они думали, что не смогли починить, но на самом деле починили. В общем, такое бывает. Теперь у нас целый блендер. Может быть, он починился от того, что просто отдохнул, прокатился в мастерскую. Очень интересно. Супчик то, что доктор прописал. Прям как будто бы у меня похмелье, я вам скажу. После вчерашней еды. Вон тут мама с Мартой лежит. Чилит. На расслабоне. Папка тут лежал, только что ушел. Ушел к дяде Марату. Вот у меня тут вот такой вот бокс для рисования. Тут резинка есть вот такая вот, как пластилин. В комментариях напишите, как она называется. Оцените от 1 до 10 этот бокс. Вот такие вот всякие фломастеры, мазковые мелкие и краски. Вот тоже краски такие. Там карандаши, кисточки. И тут тоже карандаши разноцветные. У нас сегодня будет супер чил. День... Можно чила. Можно на тоже полежать? Да. Ну, это специально для всех. Ложитесь. Да, а мы куда ляжем? Вот, вот сюда. Ага. Осторожно, Марта ударил, что ли? Конечно, ударил. Мы тут смотрим цирк Монте-Карло. Очень интересно. Скажите, кто еще умеет так чилить? Смотри, как мы. Папа, мы ой, кайфушки. Постелили для себя, короче, дети заняли наше пространство. А больше всех хотела полежать мама. Заставили деда. Никто меня не заставил. Ну сам, блин, совесть заставил. Ну как так? Лежит здесь полдня уже. Вот ты в молодости мало постирал? Все время был в полетах. Вот сейчас хоть постирай. Поружатся все. Парочка гагарщик. Что тому похрен, что другому. В смысле пофигу? Я с утра монтировала, потом кушать готовила. Ну вот это же нельзя оставить. А
Не получается, иногда можно и оставить. Нет, нельзя, это надо тут же делать. Никто не дает такой возможности. Найдите здесь комочек счастья. Уснула здесь, прям в зале. А мы сидим, празднуем. Закрыла. Там письмо. Ух ты, спасибо. В принципе, вкусно. Ты воду все смешала с чиа, да? Да. Я тут ем картошечку. Клим, как ты можешь есть торт и запивать томатным соком? Да вон это ест. Ну я так могу. Обычно весы, я смотрел, уплетают все. Пришла за Мартой, а то уже ночь, а ее не ведут. Она все весела. Как ты тут, моя девочка? Можно домой и не идти. Да, оставайся. Давай с бабой оставайся. С бабой, ой, да. Вот. Алёся моя. Очень хорошо нам здесь. Поспала. Тепло. Пришлось будить ее. Мы будили ее. Ну вот спит и все, я ее взяла уже. Она плачет, здесь вот на руках. Плачет, разговаривает. И тихо, Лёсенькая. Ты чего с меня глаз не сводишь? Она поедет, мамка же. Представляете, эта мама, в общем, решила сама пэтчворком заняться. Накопила вот такие кусочки материала. Представьте, это же надо собрать, разрезать. Блин, какой труд. Вот я бы в жизни это не делала. Ну вот. Что получится. Потом еще покажу. Это только вот она просто выложила. Даже не все сшито.